добрый день. Подожди, а 30-ка стоит? Или просто пароха? 30-ка? Я наслышал, что вы там... А пойдешь на дорогу? Здесь. Да. Здравствуйте. Ну, они там по-разному меряют. Кто на валу, кто на винту. А что у них по объему? Объем? 150. Ну, тут 549, там 38. Тут все по-честному. Тут три, а там один. Ну это уже не столь важно. Нет, ну Черное море-то надо. Вы так видите. Сейчас там он даст на кровать. Есть что-нибудь такое? Есть что-нибудь такое? Есть. Сделать умный вид? Да. И прокурорскую походу. Все вот эти провода переставить на крайнюю эту штучку, а вот этот провод переставить вот сюда вниз. Так, вот тут на край. Вот эту пару, правильно? Ну, все, да. Вы что-то фотографируете, да? Я видео. Видео. Угу. Ну, этот корпус у меня был изготовлен в Николаеве, остров был изготовлен, а потом мы его обшивали, потом здесь был Варбург 1000-кубовый, потом Жигули сейчас стоят. История большая, это корпус. С 87-го года он уже выступал в Черкасах. Ага. Вот такие дела. Это было сколько уже лет назад? Это уже
страшно, страшно подумать. Да, старая, все советская, видно. Ну, постройка была чисто, чисто там, на энтузиазме. Это строил наш мастер по судам Иван Машак и Николай Жигунов. Угу. Вот. А потом уже обшивались, доделывались, потом изменялись технические требования. Сейчас у нас техническое требование, чтобы высота борта была не менее 400 миллиметров. Угу. Потому что у нас был случай, когда на повороте человека выкинуло, и он стал инвалидом первой группы в Черкассах. Это Марсель Валеев, знаменитый наш парень. Вот. И вот такие они гораздо были. Ну, сейчас изменяются технические требования, потихоньку совершенствуются, но это уже, конечно, варианты уже, видите, сейчас пластмассовые корпуса и так далее, и так далее. Другие кубатуры. Вот так что меняется, жизнь меняется. Сейчас у нас выступать будет всего лишь во всех классах, аж 1000-кубовый класс десятка, я в 1500, и два глиссера двухлитровых будет. Это ваш Дима Лебедь, 7-й номер, и этот самый... Федорова там стоит, Борисов Федоров, Дима Федоров. Вон он красненький торчит. Вот четыре глиссера будет уступать. Вечер не готов, не приехал, у него Хонда сломалась там. Потом Беляков, он заявлен в другом классе, он выступал в Одессе в прошлом году в моем классе. Ну, вот такие дела. Ну, есть такие фавориты, которые вот, как Ивановы, вот 46-й, 16 номера из Овидиополя. Сейчас, в настоящее время, этот самый Сергей Иванов является чемпионом Европы в этом классе 550. А его племянник получается. Как его зовут? Он, это самое, сейчас опоминает, они будут соревноваться, но вот 46-й будет ходить лучше даже. Такого, забыл, как его зовут. Вот такие вот. Сейчас будет построение. Угу. Да, будем смотреть. Благодарю. Спасибо, спасибо. Ну, удачи вам. Спасибо. Денис его знает, я забыл. Денис Иванов, вот хороший тренер. Я просто забыл. Вот. Ну, а вот это геосеменный корпус. Он бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года. Сильный парень. У него класс 250, но это на уровне международных стандартов, европейских стандартов. Он был на нескольких соревнованиях в Европе, бронзовый призер по итогам, по-моему, 2008 года. Ну, подойдите к нему, он вообще не рассказывает. Прекрасный парень. Я так просто смотрю, я просто так. Ну, сейчас у него двое детей родилось, он здесь выступит, а на Европе, может быть, он уже просто не сможет из этого состояния ехать. Потом еще есть этот самый Игорь Титков здесь, Днепропетровец, прекрасный. Они скоро будут ехать, должны ехать. Если будут средства, они должны в Берлин ехать на выставку на 1000-кубовом классе. Это европейский класс. Он должен ехать туда. Я с ним разговаривал. Мой товарищ старый. Вот такие дела. Саша Кис. Все не ладится у него с этим мотором, то зажигание, то. Прекрасный парень тоже. В общем, сейчас на Днепропетровске все держится. Здесь, честно. Запорожье приехал один корпус, допустим. Я приехал с Кропивницкого один корпус. Вот, с Черкас там приехал, Федосов приехал, Черкас. 500-й класс. Вот, а здесь в основном Днепродзержинские, Овидиопольские и в основном костяк Днепропетровские. Все, благодарю. Спасибо. Дальше. Как позвать? Сергей. Не, Валерий. Спасибо. Будем смотреть уже по результатам теперь, конечно. Да.